ковшичек ростом с меня стоит. Вот я вот здесь. Ковшичек. Нормальный такой. Так. Дядя Толя у меня на бензовозе. А у него что, 400 с лишним, да? Трудо приехал, какая разница? Так, как-то заржавел, блядь, сука. Сверху. Но, половинка, блядь. Запись, выпись, пропись, день, как говорится. Ладно, мы еще куда-нибудь поедем, может быть. Пусть мужики заправляются. Вот в экскаваторе. Как сидушка, удобненько. Сейчас я попробую, пока никого нет. Я посижу тут за рычагами. Во. Много сколько педальков. Ну так с кабины-то мощно смотрится. Высота тоже приличная. Ну ковшичек вообще здоровенный. Вон, мужики стоят. И вот ковшичек, да? Ну, где, как вас поймать-то с мужиками, чтобы ростик ваш. Вот наравне с мужиками ковшик. Ну, машинки, конечно, для такого ковшика маленькие. КамАЗы-то. Так, что тут еще есть? Панельки, магнитолки, колоночки. Ну, все тут такого особо. Шторочки. В общем, дверь здоровенная. Ну, вот так вот работают. Поехали мы с дядей Толей дальше. А, понял, за ямой там, да, этот? Сейчас поедем дальше. Ага. А, он работает? Ладно, тогда его надо бы заправить. Надо. Ага. Ага, ладно. Вам, значит, не надо. Все, давай, все, давай. Что, едем дальше? Да, сейчас Петровичу позвоню еще. Сейчас мы поедем дальше заправлять. А этот уже работает, да? Да. Это рядом делают. Тот тоже не готов, тот не готов еще. Ага. Вот этот рабочий. Ну-ну-ну. Они, видишь, они там распланировали, чтобы этот переход сделать между этими. Ну, все, чтобы соединено было. Соединено было. Здесь-то видишь вот этот, который старый с этим. Тоже соединен, да? А вот, ну-ну-ну. Это овощехранилище общее, да, там и морковка, картошка вся, да? Картошки нет. А, картошки. Здесь только овощи. Здесь только овощная. Здесь тоже. Ну, культурно все, смотри. Вообще классно, красивенько. У нас это, вот, в Казахстане, помнишь, косили вот эту всю траву, где вот тут... Или у вас пока еще только первая трава пошла, так не косят, да? Почему не косят? Просят. Ну я говорю, первая трава пошла. Или... Обкосили. А, просто обкосили. Сейчас эти с участков этих, на участках есть на них. Ну, ну, ну. Набрали. А, ну вон эти, да, стоят вокруг. Кошено это было чистенько. Ну первая трава, так что? Косят сделать. Мехток работает, это новый, да, уже тоже привезли. Тот старый, да? Да-да-да. А это новый? Ну, еще видишь, там. Ну вот так вот, ребят, совхозик дышит еще, Хошневский. Не, мне нравится тут у вас, вообще классно. Что-то двигается, что-то работает. А у вас эти ученики, вот соседний совхоз, это что они? Сейчас есть они здесь? Какие ученики? Ну, учебный, а, учхоз, да. Ну, студенты. Студенты есть, да? Это вот из города, с Екатеринбурга. Да, с академии, с академии. А, он что? То есть здесь еще работают ученики. А у них-то есть каникулы? Я что-то вот проезжал там, этот, смотрел. Трактора стоят, а как учебные
Ну, новые, смотрю, трактора у них там, я что-то забыл снять там. Где? Там, ну, вот когда проезжали. Я не знаю, очень больно там что. Да? Я знаю, что как бы это... Горку на посевную там приезжают. А так, не знаю. Ага. Что же, подъедем все, раньше было. Ух, там машина. Ага. Это ж туда, на полевой стал? Сейчас. Ну, вот этот тюкин едет, наверное. Начальник участка. Ладно. Я хочу до тракторов добить, а он не увеличивает, до тракторов хотел добить туда. Начальник едет на УАЗике, хоть ездит. Они тут у вас как бригада, да, стоит? Водочек перетаскивает просто. У нас в Казахстане же было как бригада, приезжаешь на бригаду, там все. Вон Нью-Хон, класс стоит. А мы сейчас вон к Тому едем. Блин, далековато. Вот поля, можно где погонять здесь. Дорога. Наверное, на следующие выходные приеду сюда. Так. Вот он ходит. Красавец. Блин, трясется все. Сейчас мы его подождем. Он сюда выйдет же, да? Сверху коршуны летают, вот за ним он поднимает, волок собирает, а там мыши. И они вон, видите, 4 штуки прям. Дядя Толя подъехал, сейчас заправит его. Да, какой? Главное, кейс Пума. А здесь вот сделано в России. 210-й. Все по уму сделано, в каждой системе датчик стоит, давление. Мергамакс 900. Кто-то, может, работает на таких. Тормоза даже есть. Видите, вроде простая это. Все сделано с тормозами, с умом. Здесь даже два отбора мощности на гидравлику и насосов. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Шесть насосов. В каждой системе гидробакс свой есть. Классная штука, подборщик. Thank you.
Так что вот так вот. Все попроще. Дядя Толя, рабочий вид у тебя прям такой серьезный прям. Ну ладно, поедем дальше. Чем еще дальше поедем? Надо обязательно расписаться. Все, погнали. Все, мы погнали дальше. Мы поехали дальше. А мы сейчас туда на бригаду еще, да? Какую бригаду? Ну, как она у вас называется? Ну, вот, туда стоянка. У вас просто стоянка, да? Еще агрегаты. Здесь что, тоже кейс Puma, сделано в России. Ага. Пойдем, поздороваемся. Нет. Ну, что, тут не с кем здороваться, нет. Просто заправить надо. Такие мне в холод. А год выпуска есть, знаете? 13-го, да, года? И тот тоже класс, да? Тот это, старше. Тот старше? Ну, хоть это... 13. Так. Давай. Берет с волков, да? Да. А прямых-то еще не... нету. Ну и так нормально, что? Классно. Кабинка здоровая. Холод. Вот. Техника есть, работают парни. Jaguar 800. 30 класс. Выглядит. Это 12-го года, тут 13-го года. Ну, вроде так я расслышал. Выглядит довольно-таки солидно. И здесь еще. Мне разрешили в кабине побыть. Мне интересно. Спасибо. Тут, блин, сейчас минуточку. Так, ну, метра полтора, 1.80 м ширина. Все вот так вот, капец как, офигеть. Все чистенько, магнитола есть, иконки наши. Так, сидушка вон, видите, не надо. Доп. Разрешения никакого. Можно посадить парня и научить тракторному делу. Все, меня дядя Толя зовет. Погнали. Мы дальше. Ну, спасибо. Мужикам. Посидеть. Сверху вот. Тут все круто. Аж вентилятор. Аж. Вон она какой. Все здоровое. Да-да-да, дяденька, довезите. Довезешь, дяденька, еще до дому? Есть. Все, поехали. Ладно, парни, спасибо. До 8 часов, как проклятый. И с утра до вечера, да? С 7 утра до 8 вечера. Капец. Ну, поля большие. Стороны полностью там. Вот туда за лес там. Вот туда, до тех лесов, в ту сторону все. Все поля, да? Ну, ближайшие, которые к совхозу, это овощные, а остальное вот сенокос. Ну, там тоже эти картофельные. А, тоже. Там. Ну. А, в ту сторону. Это же все равно же как-то меняют же вот это все дело. А.
постоянно. Культуры засеивания меняет. Да. Ну, у меня, казалось, да, 100 километров разница, а уже болото везде. У вас-то? Но ведь куда не выйдешь, везде. В болото упираешься, либо в речку упираешься. Ну, и лес, конечно. Ну что, мы вон все поля объехали и заехали с другой стороны поселка. У вас тут газ прям, смотри, это у вас когда дотянули? У вас же не было же газа? Да? Газа же не было? Ну, у нас, подожди, мы уже 4 зимы, наверное. Я, кстати, твой дом проехал, даже не узнал. Я Бабе Тони на этот искал. Возле Бабы Тони, да, этот, сосна там или что росла же? Где? Ну, возле дома, где Баба Тони жила. Что там не росло? Рос тут какой-то, нет. Какое-то дерево. Нет. Мы проехали, нет. Газ у вас тут это, я даже не узнал. Ворота новые у тебя там стоят. С Оксаной остановились. Ну вот, поселок такой, газифицирован. Это вот уже недавно провели, молодцы тоже. Вон Мишка с котом. Мусорки, видите, прям на дороге стоят. Вот такая. Конечно, в дороге асфальтировать получше бы сделать, да? Дороги. Ну, я имею в виду... Сделать дороги, конечно. Да, ну, говорю, получше, чтобы асфальт был. Ну, это сейчас, как в советское время, когда-то сделали, и все, ни разу не ремонт. Ну, сейчас... даже зимой дорожники, не знаю. Мне сейчас вот мое видео кто-нибудь посмотрит, скажет, да, надо сделать им дорогу, асфальтировать. Так. Вот так мы тут уже и приехали, вон моя машина стоит. Вон Толика дом родной. Вот качусь я в санках, что-то там под горой, да? Не помню я эти стихи. В школе плохо учился. Вот, а мы тут чуть не проехали. Ну все, спасибо вам, дядя Толя, что вы меня покатали. Пожалуйста. Все, обед. Обед. Ну что, дядя Толя еще до работы успел на рыбалку сгонять. Дядя Толя, как у тебя хоть нормально прошла рыбалка-то? А то, что не видишь-то? Ведро рыбы привез. Рыба карась. Икру отдельно, блин, смотри-ка сейчас. Что, жарить будем? Парить, варить. Куда ездил хоть? Сейчас пример рыбу не стал сдавать. Ну, расскажи хоть что-нибудь. Что тебе рассказать? Ну, куда ездил? На рыбалку. Ну, а где это? Соседняя область? Ага. Вот смотри, да, рыбаки, они не выдают своих секретов-то. У тебя сейчас курей нету, сейчас даже кишки некому отдать, да? Котам, собаке. Ты с собой заберешь что? А мне-то зачем? У меня тоже курей нет. Он стесняется, сам поешь потом. Ладно, давай чисти, я на жареную только приду уже. Ладно? Куда? Я никуда еще пока. Когда придешь? Ну, вечером. Ты же уезжаешь. Да я ради такого случая останусь. С вами, с лошариком, и дома сели обедать, я думал, хоть по рюмке намахнем. Никто не заикнулся, а мне нельзя. Мне тоже нельзя. Самое главное икру забрать. Икра-то еще нет. Ну, мало. А? Мало икры. Не созревшая она. Ну. Вот с такой погодой так и будет все летом.
матери даже ковыряться здесь не надо. Это ты вот за утро наловил? Нет, вчера. А утром ничего не было? Утренний клев ничего не поймал, все, да? Ну, но дождь пошел, мы вечером приехали, дождь где-то был. Где-то не было там. А здесь-то дождь просто был. Просто холодало, и ветер поменялся. Ветер сильный, холодный. Ладно, давай чисти тогда. А я что делаю, на тебя смотрю, что ли? Давай, вот советы только. Давай, чисти, да давай, чисти. Да, да. На берег повернул и лег что-то на бок. Ну, я думаю, может быть, оклемается. Лишь бы его сейчас чайки сверху не увидели. Если нырнут, если могут увидеть его и нырнуть, поймать, да. Молодец, Ксюша, ты спасла одного карасика. Вот такой водоем у него. Здесь вот он картошка. Дом он там за забором сидит, чистит этот рыбу. У него водоемчик вот такой небольшой. Ну да. Вот, а тут, там у него, ну, речка маленькая такая бежит. И это он хочет осенью здесь немножко его расширить. Он у него валяется. Расширить, что может быть на следующий раз приеду, он его здесь побольше благоустройство сделает. Такой вот место красивое. Сзади дом, вон дом как. Тут у всех почти вон ряд к речке. Место классное. Я уже еду обратно домой, тут по пути тоже, это их отделение, тоже такой поселочек. Точно сказать не могу, как она здесь работает, но довольно-таки солидно. Сейчас хочу свернуть, тут я видел технику, вот поселок, а вот тут у них... Весовая, но тут заезжать нельзя, но я хочу тут сейчас быстренько заехать, заснять трактора. Вот у них. Вон есть и... Пока меня никто не видит, спалю их. Новый Нев Холланд стоят. Тебя не видно. Вот. Склады. Тут грузят удобрения. Вон даже кейс 340. Да, вот он. Блин, у меня батарейка садится. Вот еще трактора. Косилки. Просто косилка. Блин, сколько хватит батарейки. Я могу. Вот. Ничего, тут грязь лезет. Симпатично. Вон этот погрузчик еще тоже есть. А вон он, видите, стоит. Ну, вот пока меня никто не спалил, едем дальше. Тут, конечно, ну, дождик прошел, что теперь? Вот удобрения. Сразу у них перегружают. Вон эти агрегаты стоят. Короче,
Короче, работать можно в таком поселке. Да, классно. Меня пока никто не спалил. Поехали мы дальше. Батарейка у меня уже садится. Все. Ну вот, по асфальту еду. Вот. Поле засеяно пшеницей и овес, ячмень. Не знаю, что. А вот здесь все картофелем засеяно. Там поле офигенно здоровое. Там трактора ходят. Выходной сегодня. Вся техника, ну, видели, да? Дождик то, что прошел. А так бы вся техника в поле была. Вчера был дождь еще. Вот такие друзья есть. Поселки еще, слава богу, процветают. Вот еще картофельное поле. Вот еще, да, картофельное поле. Прям литки. Красиво прям. По пути тоже учебный парк. Видно, что трактора тут есть. Парк обновленный, старый есть, ну, хоть что-то чему-то учат. Но сегодня, я спросил у охранника, сегодня выходной, хотел что-нибудь зайти и поснимать, но в следующий раз, если что. Ну вот, хотя бы чему-то учат молодое поколение, это уже радует. Конечно, молодцы. Это поселок студенческий, это вот по пути, где я ехал.